день медицинского работника. О чем мы думаем в этот день? Мы поздравляем друг друга? Конечно. Мы думаем в основном о нашей смене. Мы думаем о молодых людях. Мы думаем о тех специалистах, которые будут за нами. Все профессионалы думают об этом. Почему? Потому что мы руководим кафедрами, отделениями, группами, маленькими группами, какими-то лабораториями, неважно. Мы организуем учебный процесс для нашей смены. И вы знаете, вот день медицинского работника для меня – это прежде всего, когда мы собираемся все вместе и определяем, что будет дальше. Так вот, мне хочется пожелать, прежде всего, чтобы мы воспитывали достойную смену, воспитывали наших молодых специалистов, которые, вы знаете, сегодня показывают себя очень хорошо. И я поздравляю всех с Днем медицинского работника, наших сестер, прежде всего, наших нянечек. Мы всегда так, это, знаете, традиция. Я, конечно, обращаюсь к молодому поколению. Образование сегодня – это, может быть, то основное, что отличает врача и отличает профессионала, отличает от всех остальных. Вот это вот я хотел сказать. Ну, а День медицинского работника будем праздновать. Конечно, немножечко будем праздновать, как все. Всем самого хорошего и до скорых встреч.